Дамы и господа, мы вновь рады приветствовать вас на первых летних новогорских играх. Финал совсем близок, и там уже ожидает своего соперника Антон Бурдасов. Кто будет его визави, узнаем уже через несколько минут. А пока поставьте лайк этому ролику и оставьте свой комментарий. Всем большое, пламенные друзья! В Новогорске небольшой дождик, но это не помешает нам провести второй полуфинал первых летних новогорских игр. Вот они, наши полуфиналисты! Ярослав Дыбленко, Кирилл Марченко. Вы, конечно же, смотрели их четвертьфиналы. Естественно, я уверен, болели парни именно за вас. Вот вы сейчас два мастодонта. Сразитесь. А в чем вы сразитесь? По традиции уже выбирайте сами. Плавание. Хороший вид спорта. На 1000 метров. Ну ладно, не 1000. 25, наверное, да? Полтинник. Полтинник. Перегровка есть? Нет, перегровки нет. Плавать умеет, да, его камнем, камнем под дно. Там спасатели имеются? Спасательный круг есть, если что, мы плавать умеем, мы всей бригадой тебя будем. Третье место матч будет, сразу спрашивают? Нет, будет только финал за кубок. Все, погнали. Все, погнали в финал, Ярослав Дыбленко победил. Друзья, это был самый короткий выпуск новогорских игр, Правилами сегодня все просто. Парни проплывут 50 метров, 25 метров кролем и 25 обратно на спине. Кто приплывет первый, тот и победил. Добрый день любителям плавания! Сегодня нас ожидает с вами не заплыв. Что там заплыв? Заплывище двух мастерюк своего дела. Широченнейшая амплитуда движений. Что не грибок, то победа. Победа духа над законами физики. Вот что мы ждем сегодня от этого заплыва. По первой дорожке уверенно движется Ярослав Дыбленко. И буквально в спину ему дышит Кирилл Марченко. Активно включает руки. Потерпеть, Кирилл, потерпеть нужно. И как слаженно, заметьте, как слаженно идет к финишу этот российский дуэт. Дает возможность рукам отдохнуть Ярослав. Но как работает ногами? Работа ногами. Вот за что мы любим наших атлетов. Чемпион! Это было легко. Я вам скажу, даже легче, чем я думал. Мара и правый плавать не умеет, оказывается. Я как болт, только плаваю. Понятно, что ребята привыкли иметь дело с водой в несколько другом агрегатном состоянии. Но сегодня все агрегатные состояния наши, все они российские. Мара, такой хороший четвертьфинал. Ну что, что подвело тебя в полуфинале? Я максимально расстроен и отчаян. Зачем нам было прыгать с вышки? Я же боюсь. Вот это заплыв! Сразу видно серьезный настрой Дыбленко. Мы поздравляем Ярослава с выходом в финал, где он сразится за звание чемпиона с Антоном Бурдасовым. Так что подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить финал новогорских игр. Ты в финале против Бурдаса. Ты сильнее и быстрее.